dato ricorni video. Ricorni di più di bambini. Ой, она бутылку не заберет, но что нам нужно? Крем от загара. Привет! Обезьянка. О, видели, видели, видели. Это маленький, есть. Видели? Ой, маленький ребенок. Ты не заберешь бутылку, то нам от солнца надо. Yeah.
ఇంకా కబర్ ఎక్కినా నువ్వు కబర్ ఎక్కినాయి మామిడి Есть два лиси. А вот эти опасные, да? Ну, опасно, который босс. Это как нож. Нож? Да. Ты особо. Окей. Короче, видно. Там, короче, видно будет. Да, там хорошо. А там не отдавай вари. Сыра. Они на день и спад. На вечером, ночи они улетают на работе. Наверное, может, ты успела, не знаю. Ляли-гали-ли. 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 Mangrove jungle. Kakak kata mangrove jungle. Mangrove. Ba mangrove. Ke foto aja kan apa yuko? Ya WhatsApp kan sih. Bos na mesti foto fotograf. Вот у нас 4 месяца назад был большой ураган. Ага. Я такой сломал, упал деревами. Я снимаю видео. Да, да, снимаю. Цветки у него ножки, такой это у птицы. Я прям, наверное, как молодая. Хорош.
Взяли здалека ще. А можна му рот відкрити, як ти відкривав? Рот? А палець можна засунути? О, снимай відео. Ну, Мегі гайде. А палець я засунув, нічого не зробив? Не треба палець засунути. Я хочу засунути. Еліна, і смай. Аккуратно. Аккуратно. Если ты быстро за это, будет проблема. Если ты помнишь, он будет сжимать? Он сожмет или? Да, не, он сильно не делает. Он так, нормально. Если вы сильнее, это если медленнее, это без проблемы. А, понятно. Он глазом шевелит, он на тебя смотрит. Смотри, ты реально вот так повернул глазом. Он хочет тебя съесть, смотри. Классно, такой крокодил вообще симпатичный. Сделай еще так видео. Белый тут такой вот. Классный. У него это попугай, что ли? Не попугай, это другой. А, другой. Вон. Это калибр. А, так мы уже ее видели. На пляже у нас. А, птичка. Калибр. Это калибр. Это калибр. Годик. Поймал, который устрица. А вон что за здоровенная птица? Вон здоровенная тоже будет там тоже дальше. Это сапля. Сапля, да? Другой а, сапля. Вот кушает. Кстати, такой необычный сапля. У нас есть разные калибры. Дракула. Дракула. Знаешь, Дракула? Дракула.
Черепашки не из-за будущего. Они водянистые? Без проблем, если упали на воде, это нормально. Этот не хочет в руках сидеть. Как игруша, что ли? Попробуй их как маленьких. Вот так. Такая мягкая кожа. Как человек. Это черепашки трогать? Ну, да. Ну, были маленькие, у нас там иногда бывает, что маленькие, что не пала. Она колючая. Другой есть, там можно 2-3 дня тоже можно. Хочет полететь. Можно меня фотографию? Да, да. Там есть попугайничек. Как? Попугайничек. Попугай. Он кушает. Палец тоже.
палец? Да, палец. Это белый, да? Да. Таки родится очень редко. Два миллиона яйца, только одна или два родится будет. Это одна мама, зеленый черепаха и белый черепаха, это одна мама. Это только попугай кусается, да? Да, попугай, и который красный. Майка, у тебя все.